администрация примарии, руководство муниципального предприятия БИО обращается к населению, к экономическому агенту с тем вопросом, что в субботу, 30 сентября, будут проводиться работы по сносу зеленых насаждений на участке улицы Дичевал от улицы Николаева до моста железнодорожного на Западном вокзале. Значит, эти работы будут производиться по сносу тех зеленых насаждений, кроме которых очень большие. Провести эти работы без ограничений по движению просто не предоставляется возможным. Поэтому было принято, подписано распоряжение примара об ограничении движения, включая и ограничения по пассажирскому транспорту. Мы заблаговременно приносим свои извинения, потому что троллейбусное управление в этот день не сможет осуществлять свою деятельность. Пассажирский транспорт будет двигаться вокруг этого участка. Схема его уже вывешена в объявлениях СМИ. Значит, ею нужно руководствоваться. Значит, по вопросу того, сколько времени это будет занимать. БИО с начала с утра, с 6 часов, как только расцветает, приступает к этим работам и будет их вести до тех пор, пока не освободит проезжую часть от деревьев и веток. После этого, значит, будет движение восстановлено. Ориентировочно это суббота-воскресенье, в дневное время движение там будет закрыто. Заранее, так сказать, извиняемся за причиненные неудобства. Специально подготовились и выступили сейчас, чтобы население поняло, что это просто вынужденная мера, и других способов эвакуации этих зеленых насаждений просто не существует. Спасибо за внимание и за понимание.